Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина посетила Звенигородское подразделение Одинцовской областной больницы. В рамках проекта «Единой России. Здоровое будущее» она ознакомилась с работой КТ-аппарата в диагностическом отделении. Данное оборудование предназначено для диагностики широкого спектра патологий, доступных методу компьютерной томографии, онкологии, сосудистой патологии, травматологии, инфекционно-воспалительных заболеваний. Также парламентарий вручила старшей медсестре травматологического отделения Ирине Господиновой благодарственное письмо Московской областной думы за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.